Здравствуйте, Валерия. Здравствуйте. Ну что ж вы такой дядечка, а? Я же вам говорила, что я не беженка. Что ж вы меня подписали, беженка? Ну вы же понимаете, мне же надо сделать такое название, чтобы люди захотели посмотреть этот ролик. Ну вы как, а как вас можно тогда правильно назвать, если вы не беженка, то Послушайте, вы знаете, кто такие беженцы? кто? Знаю. Ну вот, эти люди имеют определенный статус и получают определенную помощь от государства. Я переехала сама по собственному желанию. Я мигрировала. Да, какая же я беженка? Если я ни от кого ничего не получаю, у меня нет никаких льгот от государства. Ну, смотрите, вы же из Европы, получается, выехали, И что я потому выехала что из там было Европы? плохо. То есть там было плохо для вас Причем здесь в откуда, Европе. куда я выехала, если вы, прообщавшись со мной столько времени, выкладываете ролик, причем ни об этом не говорите, подписываете, как вам захотелось, а потом еще идете моим подписчикам, которые там оставляют комментарии, выставляете липовые нарезки с Липовые. Украина Продакшн. У нас тут сидят чат обиженных, которые эти нарезки клепают. А вы, получается, идете и распространяете фейковую информацию, и еще и обо мне написали фейк. Это что Какой я такое? фейк про вас написал, Вы простите? написали беженка из Украины. Я не беженка ни в Нет, Украине, ни в нет, Европе, ни нет. в Я сказал, России. беженка из Европы Я приехала в не Россию, беженка да? из Европы. Если вы сбежали из Европы Я в не Россию, то вы... сбегала из Европы, я переехала. Молодой человек, вы вообще улавливаете разницу? Абсолютно. Ну, так а где же это то, что в момент, что вы улавливаете? Сбежала? Это те, которые после 22-го побежали с Украины в Польшу горшки мыть. И хуй у латышей сосать за 10 евро. Вот это беженцы сбежавшие. Потому что у них были бесплатные эвакуационные поезда, автобусы. И они дуже хотели в Европу. А денег на загранпаспорта не у каждого есть в Украине. Вот это сбежавшие беженцы. Они приехали и сидят на пособиях. За них несет ответственность государство. Ответственность за их детей несет государство, страна, в которую они приехали. Они получают льготы, выплаты, гуманитарку. Вот это беженцы. А вы не получили ничего из Я не России? беженка, я своим ходом переехала. Я сама себе заработала и сама себе переехала. У меня нет льгот никаких. Мой Ну ребенок вы же... принадлежит мне, а не Евросоюзу или России. Ой, я про ребенка, про принадлежность ребенка я вообще ничего не Так вы говорил. должны почитать перед тем, как даже подписывать что-то, чтобы хайпануть. Вы должны почитать, потому что вы занимаетесь фейковым распространением. Это фейки. Вы подписываете то, чем на самом деле действия человека не являются. А с Что какой целью вы временное переехали в Россию? убежище? Что временное убежище? Что статус беженца – это абсолютно разные вещи на законодательном уровне. Это когда ты, приезжая в страну, получаешь защиту от страны, и ты находишься под ее защитой, под ее контролем. Ты ни пернуть, ни посрать не можешь без разрешения на то властей. Так, вот так. А я приехала сама по себе. Я достаточно взрослый человек, и моя жизнь в моих руках. Я куда хочу, туда и еду. Я гражданин планеты этой, свободный гражданин. Вы мало того, что подписали фейк обо мне, хотя вы знали, я с вами разговаривала, я вам объясняла, что я переехала сама. Я не являюсь никем, нигде. Я заробитчанка. Вы Да, я помню. подписали все для того, чтобы хайпануть на мне, потому что ознакомились со мной, да? Почитали в интернете. А потом еще под каждый хороший комментарий вы пошли выставлять фейковые липовые нарезки. Зачем они про меня гадости писали? Какие гадости Ваши про вас писали? подписчики. Ну, меня оскорбляли, Никто вас обвиняли там не меня. оскорблял. Я заходила к вам, я смотрела. Там писали, например, люди пишут: девочка молодец, все переосмыслила, сделала правильный выбор. И вы хуяк и ссылку на говно от хохлов. Хохлы клепают, а вы пользуетесь. А разве там не ваша запись была? А вы Вот по знаете, той что я ссылке. стример или нет? Можно Понятно. записать все, что угодно. Все, Как что записать? угодно. Вот Разве так там вот. монтаж? А вы что думали? Нет, я сидела вот так и говорила в прямом эфире, в своем уме. Я бы не жила тогда ни в России, ни в Украине, нигде. То есть это монтаж?
Конечно, монтаж. А вы что, не заметили, что у меня как бы там разная весовая категория, разный макияж, разная прическа? Не, я имею в виду то, что там склеено из разных ваших выступлений, это я заметил. Но вот каждый отдельный кусочек, это разве не вы говорили? Слушайте, так я с вами сейчас могу поговорить, потратить неделю, взять старую видеозапись и такое вам намонтажировать, что вы когда посмотрите, сами в шоке будете. Намонтажировать у вас не получится. Получится, получится. Я ведь про Путина ничего не говорю. А при чем здесь кто про что говорит? С чего вы решили вообще, что вы имеете право распространять фейковую информацию, клеветать человека и этим манипулировать, дергая за веревочки? Вы кто такой? Пожалуйста, смотрите, вы, если вы уверены, что это фейковая информация, это каналы в Ютубе, подайте жалобу на этот контент, на этот, чтобы их не было. Я же их нигде не брал, я же их не воровал нигде. Это есть в открытом доступе. Вот именно, не... вы сидели такой культурный, интеллигентный, так мне улыбались, все так хотели меня укусить за что-нибудь, а оно раз и ничего не вышло. А после этого вы пошли ознакомились с фейком каналом, как вы сами только что сказали, своими же устами. Вы понимали, что это фейковый канал. Вы понимали, что меня травят с того канала. Но вы взяли оттуда информацию и удачно ней пользуетесь. Знаете, что я вам скажу? Это в очередной раз доказывает вашу скудную духовную организацию и скудоумие в голове. Вот вас, блядь, как не было, сука, на карте, вот так вас и не будет. Вы умирающий вид, блядь, нацисты ебаные. Ой, стой, не убегай, не убегай, не убегай. Давай, иди нахер. Не убегай, не убегай. Ты мне спасибо скажи. У тебя, блядь, таких просмотров, как с моим лицом, в жизни не было, сколько ты тут. Согласен, согласен. В Ютубе. Давай еще поговорим. Давай еще поговорим. Нет, идите, зарабатывайте на мне. Вы же на мне. У тебя же монетизация за просмотр. Расскажите, пожалуйста, про детский капитал. Как вы его получили, детский капитал? Расскажите, пожалуйста. Да, как я его получила, господи. Вы с какой области... А вы с какой области... Давай, иди нахуй. Спроси у своей жены, блядь, где ее мат-капитал. Видите, какой пидорас? Смотри, аж зубы показал, блядь. Сука такая ебаная. Дохлый тигр, блядь. Я сейчас путаю, блядь. Литва. С Литвы, сука. Петух, блядь. Мне же нужно было подписать, чтобы читали, блядь, козел. Конечно, деньги качают. Ребят, он же в Европе живет. У него монетизация за просмотры и за часы установлена в Ютубе. Вот чтобы вы понимали, да? Вот у меня, да, например, 70 тысяч там подписчиков. Мне не идет монетизация в России ни за лайки, ни за часы просмотров, ни за количество, да, просмотров, открытия этих видео. А им идут бабки за это. Все, кто живет в Европе и в других странах, у них стоит монетизация на Ютубе. Получается, он сидел, такой сидел, он меня утопить хотел. У него нихуя не получилось, блядь, меня утопить. Он писю понюхал. Понимаешь, русского богатыря, и пошел, а потом решил мне насрать, сука. Пошел по фейкам, хуейкам, блядь, совсем ознакомился и понял, что ролик может залететь, что на это можно бабки заработать. И пошел распространять фейки, хуйню, блядь, и принимать участие в травле женщины с ребенком. Потому что я в Россию переехала. Ты видишь, как они думают, сука, цепсошники ебаные, блядь. Фашисты ебаные, блядь. Шакал, так действительно шакал. Ты представляешь, какое ехидное мракобесие, блядь, внутри вот этого дяди царит. Когда он понял, что апеллировать ему некак на все, что я говорю, блядь, у себя на эфирах за Россию, он пошел другим путем. Травить меня пошел. Сучара ебаная. У тебя с нейросиян тоже не идет копеечка? Нет. Ира,
Вся копеечка, которая у меня на Ютубе, это только донатейшн и то, что люди переводят на карту. Все, у меня монетизации нету. В Ютуб, в России монетизации нет. Стримеры не получают деньги за просмотры, там, видео, за часы просмотров, еще за что-то. Это получают вот в других странах, в Европе. Представляешь, поц какой. Пошел на мне бабки себе колотить, скотина.